Запускай двигатель. Врум. У этой машины очень тихий двигатель. О, может, он электрический? Попробуй сама изобразить звук. Врум! Да, первое место! Вау, Брут, ты реально быстрый. Я как будто рулил настоящей машиной. Я всего лишь бежал трусцой. Не хотел, чтобы ты упала и травмировалась. А теперь пойдем внутрь. Окей. Я остановлюсь стар для этого. Брут, хочешь услышать страшную историю? Конечно. Хорошо. Однажды два человека шли в лес, когда внезапно они увидели привидение. И что было дальше? Конец. Оу. Тебе понравилось? Довольно жутко, да? Да, особенно та часть про привидение. Давай же! Одну гонку вокруг дома, и я оставлю тебя в покое. А как насчет того, чтобы оставить меня в покое без гонки? А, я поняла. Это все потому, что ты старый. Чего? Ты стар, кости ноют, тело болит и все такое. А я молодая и бодрая. Нечестное преимущество. Возраст не важен. Я могу легко победить тебя. Просто не хочу. Конечно можешь, дедуля. Я всю жизнь провел в тренировках для боя и пересечения пустыни. Так что да, могу. Ох, блин, звучит угрожающе. Очевидно, что это повлияло на твое тело. Я знаю, что ты провоцируешь. Тише, дедуля, успокойся. Дай отдохнуть своим старым костям. Как скажешь. Дедуля, да я прошел 62 мили по сирийской пустыне за неделю. Ставлю на то, что она и половину бы не прошла за всю свою жизнь. Да она всю жизнь только ходит от дивана до миски. Ну что ж, пришло время показать ей, кто тут дедуля. И укус дал ему суперсилу паука. Вау, звучит круто. Да, так и есть. Что это ты на меня так смотришь? Укуси меня. Что? Нет, зачем? Для того, чтобы у меня были суперсилы орла. Но это же фильм, в реальной жизни так не работает. Откуда ты знаешь? Но я даже не радиоактивный. Откуда ты знаешь? Ну что? Я чувствую, что меняюсь. Болезненные изменения пошли с лапы. А ты уверена, что это не просто боль от укуса? Ты укусил ее? Ха, я понял, Хьюго. Можешь пускать слюни сколько хочешь, но пирог ты не получишь. Значит, один круг. Почему это? Это все, что твое дряхлеющее тело может выдержать? Мое абсолютно здоровое тело может побить тебя и в сотни кругов. Просто хочу, чтобы все закончилось быстро. Ну да, ну да. Один круг. Через 10, 9, 8... И я это делаю не из-за того, что ты меня спровоцировала. Просто лучше... 3, 2, 1, вперед! Эй! Ну как, неплохо для дедуля, да? Я впечатлена. Ты прыгнул через забор и даже ничего себе не сломал. Теперь согласишься с тем, что ты неудачница? Да, да, ты выиграл, мои поздравления. Захочешь еще, ты знаешь, где меня искать. Больше никогда. Брут, смотри, я сделала тортик. Вау, выглядит вкусно. Что? Это для тебя, давай же попробуй. Да, но я не буду этого делать. Что? Ты же сказал, что выглядит вкусно. Пикси, это всего лишь ком грязи. Я сказал так, чтобы тебя не обидеть. Ну, ты меня все равно обидел. Прости, я просто... Я так старалась, и ты даже не хочешь попробовать. Пикси, я... Ты худший старший брат в мире! Брут, ты тут? Я не знала, где взять шоколадные чипсы, поэтому добавила деревянные. Ты согрелась? Да. Пикси, ты же понимаешь, что это не сработает, верно? Ну, я просто хотела попробовать. Сначала ты хочешь стать жирафом, потом китом. Что-то мне подсказывает, что тебе не нравится быть маленькой. Быть маленькой — полный отстой. Но это так. Не могу быстро бегать. Не могу никуда забраться. Ничего пододвинуть. Ну, знаешь, у больших животных есть свои проблемы. Например, жирафы настолько высокие, что им сложно спуститься вниз, чтобы попить. Лучше быть высокой и иметь проблемы с водой, чем маленькой и иметь проблемы со всем.
Но я хотел бы быть моложе, чтобы не уставать, пока бегу вокруг дома. Хотел бы видеть обоими глазами. Но я уже не молод и слеп на один глаз. Это просто так. Одно только желание не может что-то поменять. Так что, понимаешь? Тогда какой смысл расстраиваться, верно? Да, думаю, да. А почему жирафам сложно пить? Я думала, легко с их длинными шеями. Но у них такие длинные ноги, так что им приходится делать что-то подобное. Правда? Да, им приходится каждый раз почти садиться на шпагат, когда они хотят пить. Мистер Бринкл сказал, что киты самые большие животные на Земле. Это правда. А еще, что они могут вырастать до нескольких десятков километров. Я уверен, что он сказал метров. Мистер Бринкл сказал, что они такие большие, потому что все время находятся в воде. О, кажется, я начинаю понимать. И поэтому ты сидишь в воде уже 5 часов. Точно. Пикси, кажется, ты все неверно поняла. Может быть, если я буду сидеть в воде достаточно долго, я тоже вырасту супербольшой, так ведь? Нет. Может... Точно нет. Хоть чуть-чуть. Пикси, я абсолютно уверен, что ты не вырастешь ни на дюйм, если просто будешь сидеть в воде. Разве тебе не холодно? Здесь же намного лучше. Мне супер холодно. Я уже не чувствую хвоста. Что? И ног. Пикси! Лола, между уверенностью и самонадеянностью есть большая разница. Уверенность — это когда ты точно знаешь, что делаешь. Как Брут, который прогнал на прошлой неделе пугавшего всех койота. Самонадеянность — когда ты уверена, что у тебя получится, но веских причин на то нет. Вот прямо как сейчас. Я точно знаю, что перепрыгну. А до этого ты выполняла такие прыжки? Ну... Без разбега? На такую узкую поверхность? Вот про это я и говорю. А еще есть разница между самонадеянностью и храбростью. Храбрость — это когда ты знаешь, что может не получиться, но все равно делаешь. Конечно, но храбрость ли это, если нет никакого смысла, награды? Больше похоже на безумие. А кто сказал, что в преодолении опасности нет смысла? Я? Это же просто подвергать себя опасности ради опасности. Скучно жить в мире, где никто не делает ничего опасного просто ради забавы. Зато это более безопасный мир. Готово! Ух ты! Найс. Облака? Да, думаю, да. Вау! Они такие красивые, правда? Мистер Бринкл сказал мне, что это просто испаренная вода. Всего лишь области тумана в небе. Но я все еще думаю, что в них есть что-то волшебное. Как будто небо пытается рассказать нам историю этими постоянно меняющимися формами. Это и правда очень успокаивающая мысль. Очень поэтичная. Например, вон там горилла кусает медведя за попу. О, ладно. А вообще и правда похоже.